Всем привет! Мои звездочки! И сегодня у нас новый челлендж. Он называется «Кто быстрее?». Мы будем с ней выполнять задания. И кто быстрее выполнит задание, тот победил! Погнали! Итак, друзья, у нас первый раунд. Кто быстрее выпьет сок? Время пошло! Она хочет выиграть. Целую бутылочку собирается выпить. А-а-а! У меня пролилось! Я допиваю. Не может быть. Все! Я не верю. Покажи. Она выпила, да. Она выиграла. Как так быстро? Не знаю. У меня почти тоже все. Почти, но я уже все. Ну ладно. Пускай так и будет. Первый раунд мы прошли, счет 1-0. Пока что Алинкину пользу. Ну ничего, я ее сейчас быстро догоню. Второй раунд будет... Сейчас посмотрим, что будет. Второй раунд! Как вы видите, у нас здесь аппетитненькие два арбузика. Сейчас мы их должны съесть на скорость. Кто быстрее съест арбуз? Желательно присесть. На старт! Внимание! Марш! У меня куча сэндвичей. А у меня нет. Поэтому я выиграю. Мы забыли сказать, надо съесть до конца, и у кого будет чище съеден, тот и выиграет. Вкусненький арбуз. Я почти доела. И да. Она выиграет. Я все. У тебя еще здесь есть. Это уже не ест. Итак, все. Да. Наелись, напились. Я первая. Да. Надо было до конца. Я до конца съела? Нет, вот здесь еще есть. Друзья, напишите в комментариях, кто выиграл в втором раунде. У нее уже курочка. Не ешь это уже. Такой, ну нельзя это кушать. Я больше съел. У тебя еще есть такой розовенький. Это спорный съели. Вопрос. Я бы сказала, что я съела лучше. А у я меня... быстрее съела. А ты качественнее. Да. Ребята, напишите... Ребятки, напишите в комментариях, кто выиграл. Наверное, ничья. Ну, давай... Я быстрее, а она лучше съела. Давайте... Давай сделаем ничью. Давай. Ты согласна? Итак, третий раунд. Раунд спагетти. Мы должны найти кончик вот этой вот шпагетинки и ее съесть без рук. То есть надо будет выкручиваться как-то. Давайте посмотрим, что из этого получится. Подожди. Сейчас. Руки спрячь. Да-да. Раз. Находи кончик. Надо съесть 4. Подожди, надо съесть 4 штучки. Раз. Два. Три. Я все. И я. Да? Я первая. Прожуй. У меня уже в роте нет ничего. 2-2. Да, это уже будет 2-2. Третий челлендж с макаронками тю-тю уже закончился. Улетает.
Итак, раунд четвертый. Последний раунд. Мы должны достать коробки салфетки, и это победит тот, кто сделает быстрее. Пока что у нас счет 2-2. А сейчас будет решающий момент. Открываем. Кто быстрее вытащит, тот и победил сегодня в челлендже. Одной рукой. А другую руку прячь. На старт. Внимание. Марш. Один раз я выиграла! Вот так вот. Было нам весело и прикольненько. Если, друзья, вам понравился такой челлендж, можете сыграть его со своими друзьями. Напишите нам в комментариях, понравился вам челлендж. Если понравился, ставьте лайки. Если вы еще не подписались, подпишитесь на наш канал. Заходите к нам в гости почаще. Мы вас всех любим.